очередной щупак. Как им нравится эта блесна. Вот такой вот малюсенький совсем. Можно на него, как на живца, попробовать. Первый трофей. На блесну. Ну вот, ребята, поймал вот такого вот щуренка. Это прям ух, сильный. Вот такая вот блесенка у меня замечательная. Так, ну что, надо отпустить ее. Только не в эту, а в другую пойду отпущу. Давай, давай, родная. Гуляй с миром. Есть поклевка. Хо-хо. Нормально. Все, продолжаем танцевать. Вот она вся суть зимней рыбалки. Есть поклевка. Так вот. Окушок еще один. Замечательный окушок. Это уже интересно. Становится гораздо интереснее. Микрощук опять. Щука. Очередной щупак. Как им нравится эта блесна. Вот такой вот малюсенький совсем. Ну это капец. Все, решили собираться домой. Клёва уже нет давным-давно. С утра немножко поклевало окуньки. И все, и на этом закончилось. Забрал с собой два окушка. Один там грамм, наверное, 200, второй 150, ну плюс-минус. Ай, было штук 5, наверное, щупачков отпущено меленьких, которые, ну, грамм по 100 тоже, по 150, мелкие совсем. Но зато клевали изрядно. Клевали на
мормышки, клевали на блесенки. На балду, правда, сегодня ничего не поймал. Ну, в целом, более-менее так удовольствие получил. Хотелось бы, конечно, побольше окушков. Но и на этом спасибо. Все, всем спасибо. Подписались, не забыли. Молодцы. Пока-пока.